Ребят, смотрите, какое небо, и там на горизонте какие тучи. Я вышла посмотреть, куда они летят, к нам или от нас. Так, непонятно. Нет, вот так они, да? Вот так идут. Ну все, тогда у нас будет хорошая погода. Сейчас пообедаем и будем дровами заниматься. Я же даже тебя не снимала. Друзья, у меня на кухне вот реально рабочий кабинет. Мыло здесь варю, ролики монтирую. Сейчас смотрю Машу с Таней, с Ейска, как они там выздоравливают, что они там творят. Брудер затеяли делать, молодцы, девчонки. И пеку. Завела вот тесто ПП, правильное питание. И буду печь вафли. Самое интересное, что хочу сказать про этот Редмонд. Про эту вафельницу. Я на них ведь грудку сделала сегодня вечером. 2 минуты и все. Вот салатик с грудкой. Я теперь фанат грудки. Мне так нравится. Михалыч поел. Значит, у меня был на гарнир салат. И грудка была. Здесь жареная. А он такой сразу: а где гарнир? Я говорю: вот гарнир, показываю ему на этот, на салат. Он говорит: нет, какой это гарнир? Это салат, мне гарнир надо. В общем, в следующий раз я ему буду гарнир делать, плюс вот этот салат и плюс мяско или рыба. На вот этой вафельнице можно гриль делать, только единственное, что жир течет. Капает жир, сок капает прям туда. Тут так все устроено, что нет какого-то поддона, и все туда течет. Вот это единственный минус. Отмываются вот эти съемные панельки очень хорошо, мне понравилось. Так что можно грудку использовать именно в вафельнице. Прям здорово. Какие у меня напышленные. Как у нас Артем маленький говорил. Напышленные вафельки получились. Оп, так, а с этой стороны... Отлично. Ой, какую я Михалычу вкусняшечку сделала. Вафельки и какао. Это у него вечерний такой второй ужин. Воскресенье. Добрый день. Уже 11 часов. У меня уже хлеб готов. Ждем детей. Топлю баню, бегаю и довариваю. В общем, между баней и борщом бегаю. Вот, Михалыч, там продолжается эпопея с дровами. Сейчас покажу. Все, последние ветки от соседей скидали, вот эти тонкие. И он сегодня чурки рубит и возит на тележке. Ты уже подложил? Ты, может, уже хватит на сегодня? Чего? Ну, работать. Кончились. Перерыв. Ну, кончились, все. Только там веточки остались. Красивое получается у нас. Ты подложил? Немножко, да. Молодец. А я сварила. Доварила. А детей нету еще. Ладно, сейчас уберу инструменты свои. Не знаю. Я тут сегодня опять веточки стригла. Рыбику. Так. Детки привезли вот такой набор. Что у нас будет, Маруся? Это будут рыба и овощи на мангале. Понятно? Подожди, еще не весь набор. Да, еще перчик.
Вот такой набор. Классно. Мне так понравились баклажаны. Такие красивые. И кабачки тоже прям свеженькие. Здорово. Мы сегодня вон какой дед поленницу сложил. Ну, я им помогала, конечно же. И ветки сегодня вон те резала, где вот Михалыч стоит. Надо прутики, ой, скажите, пучки вязать. И потом их сжигать. Привет! Связываете? Да, мы будем продавать эти пучки. Бизнес у нас такой, бизнес. Продавать будем, говорю, пучки на рынке. Видишь, вяжем не зря, чтобы... Привет. Здравствуйте. Ну, потрогай хлебок такой горяченький. Или ты поди испекла? Я испекла, но мы его уже половину съели. Да? Кто чем занят? А где твой инструмент? А? Инструмент. Вон. Мангал, может, наверное, вот сюда надо. Подальше от веток, а то не дай бог туда. Из края у нас вся эта куча загорится. Зато сразу же дел не будет у нас. Ага, так у нас эта сарайка загорится, расплавится. Металлическая? Нет, вон. То он. Поликарбонат. А Катя тоже времени даром не теряет. Она уже венок плетет. Ты новогодний будешь или какой делать? Да. Какой же он новогодний? Что? Нет, ну его можно же украсить. Это же основание. Это же основание. Всего и будет вон такой красивый. Гнездо себе вьет уже. Я дом построила вчера себе. Да? Да. Из чего? Из картона, как всегда. Снега там сделала. Да? Ух ты, молодец. Она притихла. Захожу, мышка, смотрю, да? Она там уже дверь делает, а тут я окна поставлю. Это как кукольный, что ли, дом? Ну-ка, давай показывай. Это на этом пойдет. Ты, кстати, мне так фотки не отправила? Вот это да. Забор сделала, дом. Какая молодец. Сегодня снега ему налепила. Вот сохнет. Венок. Да. Вот. Ой, с этими, с яблочками, да, с апельсинками, мандаринками. Нет, грецкий орех, пробки, шишки и желуди. Пробки? Пробки винные. Надо же. И ягодки искусственные. Так, ты их продаешь? Сразу адрес говори. Ну, вы в венок, да, на пляж полетела. Молодец. Домик. Что, Кать, покатаемся на тачке? Что-то сегодня дети не катались, что характерно. Нет, только не с краю. Катя, не с краю развалится все. Не, она вот, она не лежала. А тебе такая нужна? Да. Так. Фу, жара. Жара уже даже. Ой, а пахнет как вкусно. Бабуля, ну вот сюда. Нет, я так, можно не буду, это барбекю получится. Если так, лицом в костер. Хорошо на природе? Ага. Вообще классно, вот сегодня праздник. О, так ты уже рыбу пожарила? Да. Я думаю, только сосиски у тебя сейчас идут. Не. Что, давай я тебе помогу. Ну, нет, надо тарелочку сюда подставь, вот эту. Куда? Вот сюда? Руками, не? Не надо. Нет, давай сейчас. Руками. Давай подставь вот сюда. Прям. Вот так. Вот так это делается. Опа. Да не надо. Так. Я хочу тоже с вами. Да не сюда, надо. Тогда сюда. Да не надо. Около мангала не играйте. Все, есть хлеб? Вообще, даже хлеба захотелось. Дима, дай укусить один раз. Один только, не жопничай. Хочешь, я дам свой хлеб? Нет, мне хочется твоего кусочка. Вот жопа. Спасибо. Можно уносить. Ой, я тебя снимаю, оказывается. Вот так будет снято, как ты пожадничал мне на камеру. Хлеба бабушки пожалел, кусочек, один укус. Да не, я уже все, я чуть-чуть. У мамы же марафон. У меня же марафон, да, попробуй тут помарафонься. Приехали тут шашлыки жарить. Марафон стопроцентный. Да, да, да. Майор печки. Тёма ходит, трава рубит. Там да? Маньяк. Какой-то мужчина с топором, да, ходит?
Страшно тебе? Да там топором не возьмется, там колун нужен. А колуна нету пока. Ой, его зовут майор Печкин, да-да. Как его зовут? Майор Печкин. Да. Майор Печкин? Ага. Майор Печкин. Ой, еще три Печкин и два Печкин. Два Печкина. Тёма, злее рожу. Главное, все сидят, едят, а он работает. Именно этот тот Майор Печкин. Но веток еще. А это Майор Печкин, который собирает пау. Надо каждый день баню топить, наверное. Там труба прогорит. Да, напрочь. Именно. Уловили мы минутку, когда вообще нет ветра. Чуть-чуть дует. Надо листья сжигать. Листья сырые. Все время дождь, то иней на них. Никак они не сохнут. Ну ничего, эту вот кучку практически уже сожгли. Вот это осталось. На сегодня хватит. Маленько подымили. Хватит. Михаил шашлыки жарит, да? Тима, куда фига туда дым? В курсе, да? Я тут вторую кучу разожгать, что вообще она не дает. Это как не работает, говорит. Не работает. Декабрь. Ну, что вот ветер не с той стороны сейчас? Булган. Такой вид был, да, как в советских фильмах прям. Типа я на фоне костра, да, или что-то. Как вот знаешь, вот как все показывают вот так, да. Кадры. Нет, как это? Из мультика. Вот где заяц пел песню там. Айсберг в океане. Нет, как вот были старые фильмы советские про войну грустные. Потухло.